Здравствуйте, дорогие зрители! Это канал «Охотники за брендами». С вами снова Наталья и Ирина. И мы опять отправляемся в магазины секонд-хенд в поисках чего-нибудь интересного. Может быть, нам сегодня повезет. Сейчас, конечно, вот эти маленькие сумочки стали попадаться. Может, кто-то даже знает, что это такое. Пуре. Компания Пуре. Причем надо посмотреть, потому что вот, театральная сумочка такая, наверное, как со значком Шанель, но я не думаю, что это Шанель. Но все-таки давайте заглянем, а вдруг будет нам счастье. Счастья не было, но все-таки такая на цепочке. Слушай, ну прикольная, да, такая, если так посмотреть. Еще сумки, конечно, бывают очень интересные, попадаются. Бывают такие неожиданные. Что такое смешное? Ой, не знаю, какая-то китайская. Какая-то. Слушай, знаешь, эти, значит, ставишь на них поднос, и там все-таки да, деревянный, да. Кто-то взял сумку, сделал. Ну, в общем-то, что только люди не выдумывают. Вот вам, пожалуйста, творчество. Народный фольклор. Да. Подожди, вижу, типа как коуч. Вот это и есть коуч? Ну, не знаю. Сейчас мы увидим. Коуч или не коуч. Нет. Вот такая обманка коллекцион. Коллекшн. Мы думали, что... хотя это видно, что это не коуч. Да, это просто так. Нью-Йорк. Элизабет Арден. Арден, да. Ну, не знаю, что это такое. В общем, так. Но сумочка симпатичная тоже, кстати. Ну, я вообще первое, что подумала, что это просто коуч. Да, ну, конечно, это не коуч. Вот, вот смотрите, какая интересная. Ух ты. Такой клатч, наверное. Ну, без фирмы, без всего, но все равно такое. Знаете, как бывает, что и такое нужно. Так, выключай, пойдем куда-то. Вообще-то так, ребят, не знаю, плакать или рыдать. Сумка Дольче Габбана. В общем, мы уже такие все в Дольче Габбана. Прям не знаем, куда от нее деться. Ну, естественно, это фейк. Хотя даже на подкладочке есть Дольче Габбана. Да, покажи. Вот, Дольче Габбана везде. И да. Здесь Дольче Габбана. Но при этом могу вас точно сказать, что сумка фейковая. И пластиночка у нее под винтажную сделана. То есть, видите, такой вот. А я иду все. И посмотрите, даже на этих везде у вас будет Дольче Габбана. Посмотрите. Сейчас резко найдем. Ну да. Но при этом фейк. Фейковая Дольче Габбана. Фейк. Вот, Джаспер, ну такие сейчас сумочки, конечно, они сейчас в тренде и в моде, но она уже слегка ободранная. В общем-то, не натуральная кожа, но с ткани. То есть она, хотя практически не ношенная, но уже местами видно, как она все-таки, знаете, как не кожа, она и есть не кожа, да, долго. Вроде бы сумка не развалилась, а носить-то уже ее не особо хочешь. И, в общем-то, тут так носили ее не очень аккуратно, к сожалению. Так, смотрите, мы пошли в обзор посуды вот сразу, да. Вот смотрите, какая прикольная вещь. Это однозначно, даже по выключателю можно понять, что это винтаж. Made England. Made England. Это, ребята, винтаж. Сюда, конечно, красивые флаконы. И посмотрите, их тут две штуки. В общем-то, те, у кого работает фантазия, можно очень интересные дизайнерские вещи создавать. Именно вот с таких вещей. И вообще это... Кстати, это очень классно. Это ручная роспись. Супер, посмотрите там дальше. Еще одна такая. Посмотрите, тут по одним выключателям уже понятно. Но здесь дна нет, к сожалению. То есть, смотрите, когда вы заходите в такие магазины, здесь просто можно найти... самый настоящий клад, и надо все внимательно рассматривать. Мы с Ирой как раз только-только начали изучать вообще всю эту тематику. Теперь смотрите, вот такие бутылки. Это, конечно, современная бутылка, но на них нужно обращать внимание, они бывают здесь винтажные, которые стоят достаточно больших денег. Потом в дальнейшем. Чашечки, посмотрите, такие, значит, рюмочки.
посуды. Какие-то рюмки, наверное, для... молодоженов, наверное. А, это, смотри, 40 лет. Вот да, два бокала на 40-летие. Ну, пожалуйста, может, кто-то отмечает, и кому-то это надо. Причем я обнаружила, смотри, там есть такая же вторая лампа, мы одну посмотрели. То есть, пожалуйста, вот... Только это желтенькая. Да. То есть вместе стояли на каминной полке. Ну, что я хочу сказать. Конечно, что-то интересное будет разобрано. Это что-то современное в первые дни. У нас здесь косметика. Кто-то разбирается, покупает. Смотри, что это такое. О, смотрите, какая прикольная. Такая прикольная кружка. 2008 года. И, в общем-то, и не чайно. И, в общем-то, кружечка уже не... Мы обычно такой просматриваем, а вы посмотрите, какие интересные. Смотри, игрушки какие. Крошки. Такие вот игрушки, кстати. Это, кстати, Дисней. Это Дисней. И сейчас мы их, естественно, честно говоря, возьмем. Потому что мы будем смотреть сейчас, сколько это может стоить на eBay. Потому что такие вещи могут стоить. Это мы забираем. Теперь смотрите, какой интересный молочник. Сливочник, это для сливок. И посмотрите, сахарница. Это немецкая компания. То есть это тоже старые вещи, старинные. И, в общем-то, я думаю, что достаточно достойно. Но в этом мы не очень понимаем. Это я не знаю, что такое. И опять же, старинная лампа. Кстати, вот это, знаете, что это камень. Сделано из камня. Точно. Вот это сделано из камня. Угу. Это сделано из камня. Это очень такая интересная вещь. Ну что, сейчас посмотрим, что мы тут нашли такое. От компании Disney. В общем-то, сейчас будем смотреть. Красавица и чудовище. Красавица и чудовище, да, но... Так. А мы тут зашли. Ну, в общем-то, ребят, что сказать, сегодня какого-то выбора нет. Ну, вот, допустим, Ривьер Исланд. Мы как-то были в торговом центре, могу сказать, не так уж и дешево. Этой компании, и она вообще новый клатч. Смотрите, какой интересный. Если кому-то нужен вечерний вариант, и, в общем-то, именно такой цвет, почему нет? Тем более, в общем-то, будет она стоить точно недорого. Здесь, ну, у него цепочки нет, по-моему. А вот посмотри, сшита такая. Ручная работа, кстати. Это Куба. Это детская? Это кто-то с Кубы привез, посмотри. А, так, смотрите, быть... такой кошелечек. В общем, маленькой девочки. Сувенирный, может, какой-то? Ну, нет, а почему? Ребенка, реально детская? Для ребенка можно... Повесить, посмотрите, это здесь выполнено с натуральной кожи. Почему нет? Тир-тир. Детская шапочка. Кстати, немецкий клад. Ага. А это что за клад? Вы сегодня знаете, как у нас, по-моему, получается обзор не сумка, а обзор клатч. Кстати, новый. Он новый. Не знаю, 6 фунтов был оценен или это уже оценка. Что за фирма? Дуне. Это недорогая фирма, но... Ну, все-таки... В общем, просто хочется сказать, все состояние вообще продаваемых вещей. А теперь посмотрите, у нас реально можно в секонд-хенде в огромном количестве новые носки продаются. То есть детские, взрослые, между прочим, очень многие покупают, потому что это просто, ребят, ну, здесь дешево. И бывают такие такое качество носков попадается, что просто даешься делу. У нас можно купить и колготки. И смотрите, вот тебе, пожалуйста, носки. Целая пачка. Целая, а мужские носки. Какой? Это, наверное, синтетика, да? Там они 12 фунтов стоили. 88% идет хлопка и 11% идет полиамида. То есть, в принципе, хороший хлопковые состав. Носки. Я не знаю, давайте возьмем ради интереса, посмотрим, сколько на вес будет стоить такое количество носков. Их там 7 пар. Ну вот, а мы сейчас с вами, давайте подойдем, буду буквально на вес. 11 евро 7 пар. Ну, не сказать, что дешево. Ну, если это люкс ли это? Свари люкс, но это люкс. А, нет, ребят, это, да, это люкс. То есть 7 евро, то есть получается больше евро пара. Ну, но, я думаю, что девочки подростка. Такое, смотрите, какая классная. На самом деле она, кстати, классная. А что за фирма? Ты знаешь, фирмы нет, такое впечатление. А, так я не знаю, же, вот это... Юв. Я не знаю, что это за фирма. Вот, обрати внимание. Просто какие-то, видишь, принт идет с логотипом, типа, нет. Ну, потом, смотри, интересно, вышитые такие пчелки, цветочки, подкова. У нее вообще замочек секретный, кстати, она сделана и выполнена недешево, что я вам хочу сказать на самом деле. Очень даже такая сумка. Сейчас надо ее посмотреть на eBay.
В общем, не знаю, как она смотрится, но, по-моему, сумка очень классная. Потому что, посмотрите, у нее даже это, сейчас мы ее взвесим. Я еще просто кое-что хочу тут еще посмотреть. Потому что это, ну, как бы в эксклюзив. И стоит это 20 с лишним евро. Пойдемте посмотрим. 22 евро. Ну, 22 евро, вот такая сумка. Сейчас мы ее пробьем на eBay. Если что-то будет интересно, сделаем вставку. Mm-hmm. От этого будет зависеть ее судьба. Что удалось выяснить по этим сумкам? Они действительно представлены на eBay. Это недорогая компания. Они в радиусе там $25-30 продаются. Но именно такое мы не нашли. Я думаю, что вот у этой шансы есть продаться даже очень. Где-то в радиусе 50. Это не кожа. Но, знаете, что я вот как бы хочу отметить, вот есть на что обращаю внимание, это посмотрите, какая обработка вообще аккуратная любого шва. Они просто запаянные, то есть эта сумка будет носиться долго. Это та сумка, которая даже выполнена из кожезаменителя, извините, будет носиться, конечно, сама ткань. И все, ну, сумочка очень интересная, необычная, да. Я считаю, что таких, модель. Таких сумок мы не видели. Таких сумок мы еще не видели, поэтому как бы открытие вместе с вами. Да, это интересный такой замок в виде змеи вообще. Подковки. Мордочка вот эта. Ты как видишь, только такая мордочка в виде змеи? Mm-hmm. Ну все. Так. В эксклюзиве удалось найти вот такую сумку. Нет никакой компании. Ну, смотрите, интересно, на ней отделение, как отдельный вообще кошелек открывается. Mm-hmm. И нет никакой компании. Я вообще не могу понять, что это за фирма, но состояние безупречное, да и смотрится она прикольно просто на самом деле. Она тоже будет в радиусе 20 евро по весу. Это уже такие, знаете, абсолютно летние напевы. Молодежная сумочка абсолютно. Даже вот сейчас посмотрим, может быть, есть какая-то фирма. Вот, потому что, как всегда, мы в поисках своего клада. Ну, это модель Made in China, поэтому как бы, ну, давайте так согласимся, сейчас мы взвесим ее, отнимем бумагу. Ну, 22, я думаю, внутри эту бумагу выбрать, она будет в районе где-то 19. Вот, ну, может дорого. Быть, ну, дорого. Для дермантина это дорого. Кожаная, да? Угу. Может, вот теперь смотрите, нашли итальянскую компанию Григорио. Может быть, Джорджио. Да. Мы сейчас вам покажем, вы потом можете написать в комментариях, как правильно пишется. То есть она, конечно, уже не новая. Ну, при этом я не могу сказать, что она в плохом состоянии. Может быть, модель, да. Вот. Компания. Вот на подкладке можно прочитать, что итальянская сумка. И сколько эти вообще сумки стоят на eBay. И могу сказать, что перед вами очень такая, это дорогая сумка итальянская. Mm-hmm. Ребят, вот нашли вот такую сумку. Сейчас она в магазине стоит 26 евро. Это итальянская кожаная сумка в идеальном просто состоянии. Сейчас я вам покажу фирму. Какая-то Галиани. Шарини, не буду говорить Чарини. Правильно, Чарини, в общем-то, кто знает, как правильно читается, пожалуйста, не судите строго, показываем, кожа, просто да, и настолько в идеальном состоянии сумка, что просто вообще диву даешься. Обалденная сумка. Вот у нее здесь, видите, так тоже, что это бренд. Декоративные такие. Декоративные. Элементы, да, и плюс еще вот это вот. Сейчас мы проверим, сколько она может стоить на eBay. Это даже на каждой ручке, везде. Подожди, все это. Подожди, пожалуйста, детали покажите нам тоже всем, чтобы все видели вот так. Да. Угу. Все, сейчас будем проверять.
Дорогие зрители, хотели вам показать вот эту картину. С юга вернулись лебеди, и они расположились на берегу Даугавы. Это окраины Риги. Сейчас вот где мы делаем съемки. И температура, конечно, чуть выше нуля, довольно холодно. И спасибо людям, которые приходят их покормить в это время года, чтобы им не было очень уж тяжело сейчас. Какие симпатяги. Это совсем молоденькие серые. Долго раскачивались. Мне кажется, им очень холодно, потому что сейчас около нуля. И в воде, я ей не писала, как они там плавают в этой воде. Но, что самое удивительное, не только лебеди купаются в это время года в Даугаве, но еще вот такие замечательные, чудесные люди, которые абсолютно не боятся ни холода, им вообще, по-моему, все нипочем, потому что реально очень-очень холодно. Я чуть дальше заметила лужу замерзшую, думаю, специально сниму, чтобы было видно, какая температура. Ну, наверное, из эстетических соображений не буду ее вставлять в ролик. Но, ребята, реально удивительная картина. Купающиеся люди. Такое время года вы не каждый день увидите такую картину. А у нас можно. Просто убила, скажу честно. Я одета в куртке. Капюшоном. О боже мой, это просто жесть. Вот так, ребята, так чувствуют себя здоровые, счастливые люди. Наслаждаются природой в любое время года, как мы. Шикарно. Ну что ж, дорогие наши зрители, мы заканчиваем наш выпуск. Всем вам желаем здоровья, хорошего настроения, чтобы вы себя так же великолепно чувствовали, как эти замечательные люди, которых мы только что вам показали. Всего вам хорошего и до новых встреч. Пока-пока.